15 верасня у Беларуси будет означаться День библиотек. У Гомельской области зараз працует 491 установа. Только в минулом годе их послугами скористались каля 500 тысяч читачов. И такая личба. Библиотечный фонд Гомельской области наличивая прикладно 8 миллионов экземпляров. Зараз проводится работа по створению регионального каталога. Это позволит каждому жихару отримать доступ до необходимого выдания. При том, что сирот их есть и сапраўды уникальные. Так, у Галоўнай бібліятэцы в области захоўваецца самая маленькая у Беларусі книга по мерам усяго 6×9 мм. Другі такі экземпляр есть только у Национальной бібліятэцы. Дарэчы, основу фонду Гомельской Ленинки складая уникальная бібліятэка генерал-фельдмаршала Ивана Паскевича. У свой час яна лічылася одной из лепших у Российской империи. Шматлікія перамоги наших установ у республиканских конкурсах, а так само павелічэнне за 4 апошнія гады колькасці наведванняў амаль на 17% сведчаць. Бібліятэкі па-ранейшаму запатрабаваныя грамадствам. Даже самые маленькие, самые отдаленные населенные пункты, и пусть они мало населены, они все равно без книг и без журналов не остались. Потому что у нас есть библиобусы, которые обеспечивают сельское население в дальних населенных пунктах. Какой бы ни был интернет, но взять книгу в руки и почувствовать шелест страниц и вчитываться в строчки книги, а не просто интернет-ресурсы, перетягивая странички, это совершенно даже другое ощущение. И мне очень хочется пожелать всем работникам библиотечной системы абсолютного долга своему делу, чтобы были абсолютно искренними читатели. И, конечно, чтобы понимали, что самые главные книги – это книги, которые прославляют твою страну.